Всем здравствуйте! Ну что, сегодня у нас эфир в понедельник по дизайнам, и сегодня мы с вами будем творить дизайны при помощи новой коллекции. Вернее, она не новая, но она у нас сформирована именно в коллекцию. Очень классные, очень эффектные цвета. Это у нас коллекция Hit Neon. Я сейчас вам покажу, я расскажу, что, как, почему. И мы, конечно же, с вами будем делать при помощи этой коллекции дизайны. Не будем долго ждать, переворачиваемся. Так, фильтр у нас выключен. И поехали. Рада всех сегодня видеть, всех сегодня слышать. Итак, что такое Hit Neon? И как с ним работать? На самом деле это очень классная коллекция оттенков. Цвета все из прошлых коллекций, но их собрали вот в один такой боксик. Боксик очень классный, очень эффектный. Для чего? Это самые популярные, самые востребованные неоновые оттенки. Здесь сюда входят как неоны из классической коллекции, так и неончики у нас из прошлогодней летней коллекции. Плюс сюда добавили неоновый розовый цвет из капсулы. Отдельно, как вы знаете, этот цвет не приобретешь, то есть либо капсула, это капсула номер один, либо его можно приобрести как раз таки в этом боксе Hit Neon. Девчонки, на самом деле здесь только востребованные оттенки, здесь только самые яркие, самые цвета. Это, ну, на самом деле, скажем таки, один из самых востребованных боксов для лета. Не считая, конечно, коллекции New Generation, вы видите, да, что сюда не входит ни один цвет из коллекции New Generation, потому что эта коллекция новая, эта коллекция сама по себе очень востребована, поэтому сюда вошли именно оттенки из прошлогодних коллекций, позапрошлогодних и так далее, но которые, без которых лето не лето. Цвета покажу вам в выкраске. Смотрите, что входит сюда из классических неончиков. Это вот этот 49-й оттеночек, это 51-й желтый оттенок. Вообще вот прям мега-мега яркий желтый. Он даже ярче идет, чем наш из New Generation. Он прям чистый неон. Почему вот эти оттенки, мы их не повторяли в новых коллекциях, да, это чистые неоны. То есть помимо того, что мы можем покрывать их цветом, просто как цветом, они шикарно идут у нас и в акварель. То есть мы их используем очень много где. Они имеют немножечко прозрачноватость, то есть вы при помощи этих неончиков можете творить мега востребованные дизайны, их можно и как витражи наносить даже на белую подложку. Ну, шикарный, вообще шикарная коллекция. И, конечно же, 52-й, это сейчас хит сезона, зеленый оттенок. По версии Pantone, это сейчас просто мега популярный, мега востребованный оттенок, хит этого лета. Это оттенки зеленого у нас, это 52-й, это 284-й как раз-таки тоже, вот просто бомба. Этот оттенок в прошлом году взорвал мой мозг, я безумно в него влюбилась. Плюс у нас еще красивый очень 90 оттенок. Смотрите, вот два оттенка, которые входят с прошлогодней коллекции. Очень классные, тоже очень яркие, насыщенные. И капсула. Конечно же, капсула номер один. Это у нас вот такой красивый розовый оттеночек. Тоже очень популярный, очень востребованный. Весной был на пике популярности. Поэтому, как вы видите, здесь только тренд, только самый сок.
в этом наборчике, у кого нет этих оттенков, самое время приобретать. Плюс, конечно же, девочки, конечно же, самый-самый плюс, самая такая фишка этого набора, это подставки. Подставки под телефон, подставочки яркие, красивые, не с той стороны. Яркие, красивые, просто неоновые, они аж светятся. Ну, это вообще прям, кто увидит, сразу влюбится. Девчонки, они прям сияют. Смотрите, какой кайф. Два цвета. Это все в наборе, это в подарок идет. Подставки под телефон идут в подарочек. Они прям, ну вот, прям светятся. У меня дочка, когда их увидела, сразу на них глаз положила. Это набор Hit Neon. Мы сегодня будем работать им. Это новиночка. Новиночка сейчас. Ну, как бы цвета, как я уже сказала, не новинки, цвета прошлых коллекций, но их объединили вот в такой мега востребованный, мега актуальный сейчас набор Hit Neon. Работаем сегодня только ими. Только ими. И раз мы с вами в прошлый эфир работали коллекцией New Generation и декорациями из прошлых сезонов, то в этом эфире я решила поработать цветами. Ну, раз цвета у нас из прошлых коллекций, то я решила поработать декорациями из нового сезона. Новые коллекции взяла. Тоже очень-очень актуальные, очень востребованные. Поэтому сегодня будем миксовать Hit Neon и коллекции из нового сезона, из новиночек. Смотрите, я вам подготовила несколько образцов. Так, фокус, ловись. Я вам подготовила, как всегда, несколько образцов. Ну и плюс, конечно, мы с вами дофантазируем в эфире. Я без этого не могу, без этого скучно. Что-то прям повторять не очень хочется. Всегда стараюсь сделать что-то для вас новенькое. Девочки, да, стоимость набора 3700. То есть, как всегда, у вас получается, что в наборе всегда покупка, конечно, идет выгоднее, чем по отдельности. Плюс, конечно, это огромный плюс. У вас две неоновые подставочки под телефон в подарок. Фирменные, брендированные, неоновые. Просто вообще устоять невозможно. Так. Что ты творишь с моим мозгом, своими ногтями? Ну, девочки, ну, простите, ну, не могу я без этого. Вы же понимаете, я без творчества, когда выйдет зеленый. Девочки, зеленый уже должен быть со дня на день. Вы имеете в виду две новиночки, два зеленых оттенка, правильно, которые Катя в эфире показывала. Да, они со дня на день прям выйдут буквально вот в ближайшую неделю-две. Ну что, помимо... А вот, кстати, как раз-таки, только здесь я использовала New Generation. Мы сегодня наподобие дизайн сделаем Hit Neon коллекции и будем творить вот такие яркие эффектные новинки. Смотрите, сколько красоты можно сделать при помощи этого набора. Ну, не буду говорить, нет смысла продолжать говорить. Приступим к действию, потому что лучше, чем, конечно же, на практике, никак по-другому не объяснишь и не покажешь. Но поверьте мне, цвета мега востребованные, мега актуальные. Поэтому, если у кого-то этих оттенков по какой-то причине еще нет, покупайте их набором. Это гораздо выгоднее, девочки, чем, конечно же, покупать все это по отдельности. Наборы всегда выгоднее. Плюс такой замечательный подарок идет, это подставки под телефон. Я на самом деле в этом году, этим летом, ну, наверное, с прошлого лета я подсела на неоны. И сейчас вот жду свободного времени, жду свободной минутки, чтобы поехать в магазин и купить что-нибудь неоновое. И дочку подсадила на неон, потому что это очень классно и... интересно, ярко. Так, ну давайте начинать
Давайте начнем с этого дизайна, который как раз-таки я делала себе. Дизайн достаточно несложный, но очень эффектный. Девочки, на что крепим? Это вот такой пластилин, ну, клеящие подушечки, строительный, канцелярский, патофикс называется. Они есть разные варианты, они присутствуют и в канцелярских магазинах каких-то, то есть их много где можно найти. Поэтому это, в принципе, не проблема. Еще раз ногти. Показываю еще раз ногти. Ногти делала себе, на самом деле, делала экспресс-дизайн. Мне нужен был дизайн буквально там чуть ли не за несколько минут. Потому что я делала его посреди ночи. И, как вы понимаете, мне очень хотелось спать. Поэтому подводить под кутикулу, ну, это вообще не мое в данный был момент. Давайте сделаем этот дизайн. Вот с таким желтым. Просто рисуем кляксу. Обожаю кляксы. Обожаю, девочки, их сейчас, потому что в экспресс-дизайнах это самая-самая экономия времени. То есть вы не подводите ни под кутикулу, вы никуда не подводите, вы просто наляпали. И у вас получился мега трендовый, мега популярный, актуальный дизайн. При этом вы сэкономили кучу времени. И давайте возьмем как раз таки декорации. Очень часто получаю в директ сообщения по типу, как использовать эти декорации, где их применять, как, на что можно применять. Ну вот сейчас мы как раз таки будем с вами разбирать эти моменты. Применять можно где угодно, девочки. Эти декорации вы можете клеить как угодно. Если у вас какая-то проблема, вы не понимаете, куда, что и как. Вот сейчас как раз мы с вами и будем с этим разбираться. На самом деле их можно клеить частично. Их можно клеить на весь ноготок. То есть вы можете ими играться как угодно. Их можно клеить в качестве там обратного френча. Ну, то есть, смотрите, вот как раз несколько вариантов я вам предложила, еще и не на весь ноготь. Их можно вот таким образом декорировать под молочный оттенок. Они очень круто смотрятся под милком, сверху дополнять какими-нибудь декорациями. Ну, нереально красиво. Сейчас давайте вот как раз будем этими оттеночками и поиграемся. Так. Растворяем. Если нет водички, конечно, берем с вами влажную салфеточку и растворяем на влажной салфеточке. Пока у нас вариант этот растворяется, я беру топ-слайдер. Топ-слайдер, кто не знает, как применяется топ-слайдер, по какой-то причине, если вы только начинающий мастер, у нас был недавно эфир на Amy Official World, там полностью был обзор по базам и топам. Я подробно все рассказывала, и про каждый топ на каждой базе, на каждом топе я конкретно останавливалась. Поэтому, кто не смотрел или по какой-то причине не в курсе, как его применять правильно, для чего его применять, заходите на Amy Official, и там найдете этот эфир. Называется он «Обзор баз и топов». Как раз сейчас по базам и топам идет акция. До 23 числа там в Amy Official как раз-таки подробности все есть. Там при покупке, в зависимости от объема, трех или четырех баз или топов, вы одну получаете в подарок. Там очень классная акция, поэтому кто пропустил, девчонки, смотрите. Ну что, мы растворяем и клеим. Хорошо, мы его прям пытаемся растворить. Я, наверное, сейчас просто одну маленькую девочку попрошу принести мне водички. Кноп, набери сюда водичку. У меня сегодня просто помощница здесь, которая мне помогает. Морально, больше морально. Снимаем.
И смотрите, если вы не досушиваете слайдер топ, вы можете слайдер прям растягивать на ноготочке, чтобы он у вас расправился. Прям растягивайте, убирайте складочки. Его даже если вам не хватает где-то на ноготочек, вы можете немножечко подтянуть. Самая фишка этого слайдера, чем он мне понравился, вы видите, что он на белой подложечке. То есть вы когда работаете им на каком-то цвете, этим слайдером у вас получается эффект как раз-таки молочной базы. То есть помимо того, что у вас дизайн рисунок, у вас еще получается эффект молочной базы. Ну, конечно, типсы немножечко больше, чем ноготочки. На ноготочках вообще шикарно получается такой вариант. На типсе, ну, у вас может быть где-то не хватить слайдера, ничего страшного. Самое главное это отправить потом в лампу. То есть, видите, я прям подогнула сам слайдер полностью по краям и отправляю в лампу на несколько секунд для того, чтобы у меня этот дизайн зафиксировался вместе со слайдер топом. После этого вы слегка перед слайдер топом ничего, перед слайдером слайдер топ, девочки, нанесла слайдер топ. Это специально у нас топ для фиксации слайдеров. Он не только, конечно, для фиксации слайдеров, он для много еще чего подходит, но, конечно, создавался он изначально как топ для слайдеров. Убрали излишки пилочкой. По краям, если у вас что-то остается, то вы можете это убрать Nail Prep'ом и ультрабондом. И дальше обязательно наносим ультрабонд, девочки. Ультрабонд это у нас двусторонний скотч, плюс он растворяет, конечно же, хорошо сами слайдеры Nail Dress'ы. Наносим обязательно на торец. Не проходите ультрабондом никогда два раза. Ультрабонд на самом деле очень классная вещь. Естественно, он идет у нас в моделировании, девочки. В моделировании мы его наносим для сцепки. То есть, как я уже сказала, двусторонний скотч. Он нам помогает сцеплять ногтевую пластину с верхним покрытием. Плюс он замечательно у нас растворяет слайдеры. Шикарно. Единственное, он, если вы пройдете кисточкой несколько раз по одному и тому же месту, растворенный слайдер может потянуться за кистью. Поэтому стык в стык нанесли его. Но он незаменим при работе со слайдерами. Вообще вот без него гораздо сложнее сделать носибельные слайдерные дизайны. Поэтому без него, к сожалению, здесь вы не обойдетесь. Дальше. 30 секунд, 1 минуту мы посушили на воздухе. И опять слайдер топом я фиксирую свой дизайн тонко. Все слои у нас идут обязательно тонко. Ни в коем случае не наносим в толщину, потому что если вы один топ нанесете с выравниванием, второй топ с выравниванием, в результате у вас получатся толстенькие ноготочки, пирожочки, плюшечки, я их называю, которые, конечно же, ни одному клиенту не понравятся. Поэтому все всегда тонко. Вы про слайдер топ, если? Да, слайдер топ, он классный. Расход у него достаточно небольшой, потому что вы промазываете в основном его тонко. Все базы топа, они, по-моему, у нас 850 стоят, 15 миллилитров, если я не ошибаюсь. Кстати, у меня каталог под рукой. Давайте в каталоге и посмотрим сразу стоимость, кого интересует. Стоимость. Так, слайдер топ. Так, это лаки. Так, вот они у нас идут. Смотрите, слайдер топ 9 миллилитров 650 рублей,
15 миллилитров 850. Конечно, самое выгодное — это брать большие бутыльки 30-100 миллилитров. Всегда цена будет ниже, если сравнивать со стоимостью 9-миллилитрового флакона. Ультрабонд огонь. Ультрабонд, да, он на самом деле у нас в моделировании, девочки, незаменим. Поехали дальше. Не будем сильно отвлекаться. Ультрабонд, он незаменим везде, по факту. Так, не будем отвлекаться. Давайте теперь чем-нибудь оформим. Возьмем какие-нибудь интересные декорации. Интересные. И дооформим наши ноготки. Здесь очень классно будет сделать что-нибудь цветочное, какой-нибудь цветочный принт можно взять из новых декораций как раз таки. Сейчас я вам покажу, какой вариант. Из новых декораций есть вот такой цветочный вариант, но в черном, в белом, в золотом виде. То есть их много, много оттенков. Там золото, белый. Сейчас я найду. У меня просто здесь вот они. Достала только черный, но нам сюда черный будет просто не видно. Можно брать белый вариант декораций. Тоже очень классно будет смотреться. И прям поверх можно доклеивать какой-нибудь вот такой, смотрите, такую декорацию. Так, я обезжирила сильно. И типс соскочила. Доклеили. Ну и какой-нибудь, конечно же, из словечек. Я очень люблю вот эти варианты. Слова смотрятся на самом деле очень стильно, очень классно. Давайте с черными буквами возьмем. И у нас с вами уже красивый получился эффектный дизайн. Хотя на самом деле времени мы на это много не потратили. Дальше, девочки. Я покрываю сейчас матовым топом. На клиентах сами наклеечки я могу перекрыть еще текласом, для того, чтобы они лучше носились. Сейчас я беру матовый топ Вельвет. Это матовый топ без остаточной липкости. Его наносим средним слоем, либо два тонких слоя, для того, чтобы он лучше носился. Да, девочки, это у нас из наборчика Hit Neon, который мы сегодня работаем. Это у нас 51 оттенок, лазерный лимон. Очень красивый, эффектный, желтый, яркий, мега красивый оттенок. Смотрите, это у нас первый вариант дизайна. Вот такой интересный, как раз с новиночками, с nail dress, про который у меня многие спрашивают. Первый. Дальше, следующий вариант. Давайте сделаем с вами следующий вариант. С каким оттенком? В принципе, любой можем взять. Давайте возьмем зеленый какой-нибудь. Предлагаю взять зеленый, потому что раз он у нас сейчас в тренде, прям модный, супер модный, давайте возьмем зеленый оттеночек. Очень люблю делать градиенты. Очень люблю делать градиенты. Под молочный цвет. Сегодня вместо молочного цвета с вами давайте возьмем, я придумала, давайте с вами возьмем вместо молочного оттеночка цвет из новой коллекции Эмбосси. Помните такой? Он тоже молочный. Разбиваем границу
сводим границу на нет. Здесь мне не принципиально важно идеально свести границу, потому что сверху у меня будет еще молочный оттенок. Мне важно вот именно на нет свести цвет. Нанесем сейчас второй слой. Покрыть, можно ли покрыть ногти с коллекции CoverGirls гелевые cover. Краски вы имеете в виду? Девочки, можно покрывать красками гель-лаковые ногти, но вы должны понимать, что, во-первых, у вас краска жесткая, и она должна наноситься, под нее ногти должны быть хорошо укреплены. То есть гель-лаковая база должна наноситься у вас с хорошим укреплением. Плюс очень аккуратно используйте оттенки, где присутствует красный пигмент, потому что гель-лаковая база, как ни крути, она может вступать в реакцию с пигментом и менять немножко цвет. Поэтому аккуратней пробуйте совмещать краски гелевые и гель-лаковые базы. Хорошо? С осторожностью. Остальные оттеночки, которые не красные, с этим вообще все легко, шикарно. Плюс не забывайте укреплять ноготочки. Обязательно. Я люблю все-таки работать красками по гелевым ноготочкам, гель-лаками по гель-лаковым ноготочкам. Это самый надежный вариант. И вы знаете, что будет все носиться шикарно. Краски гелевые созданы для гелевых технологий, девочки. Ну, как бы для коррекции, для покрытия на гелевые ногти. То есть не на гель-лаковые базы. Они создавались изначально в гелевых системах. Сейчас мастера пробуют работать, работают, многие мастера работают красочками на гель-лаковое покрытие. Но вообще, в принципе, гель-лаковые краски, гелевые краски, они создавались, конечно же, под гелевую систему. Мы ими работали испокон веков на коррекцию, вот, на жесткую систему. Это у меня жесткие ногти, это у меня акригель, здесь у меня нюд, что угодно может быть. Я ношу жесткую систему. Мне гель-лаковая система не подходит. Поэтому, конечно же, на эти ногти краска гелевая шикарно будет носиться. Вот о чем я говорю. Так, и дальше. Дальше берем коллекцию у нас I'm Bossy. Это вот такие классные оттеночки с крупной крошкой. Давайте добавим чуть-чуть. Вот этот зеленый, он будет очень классно смотреться как раз вот с этой крошкой. Можно ее добавлять, крошку, как часть дизайна. Можно добавлять именно вот так на весь ноготочек. Тоже очень прикольно смотрится. Крошка, она не топорщится, она достаточно такая прям плоская и ложится очень хорошо. Так, с кисточки капнула. Ложится очень хорошо, ложится шикарно просто и создает такой прикольный эффект перепелиного яичка. Мне очень нравится, и клиентам моим очень сейчас понравилось вот этот вариант дизайна, такой как раз с этими крапушками, как мы их называем, смотрятся они очень эффектно. Давайте поработаем с вами с декорациями, очень их люблю. Это у нас штрих-коды и QR-коды. Чтобы наверняка, чтобы не попалась вам вот эта крошечка под шармикон и все хорошо приклеилось, можно перекрыть сейчас ноготок топом Теклос. Только тонко, девчонки, все тонко. Не забываем, что мы должны с вами наносить все промежуточные слои очень тонко, без выравнивания. И дальше работаем уже
QR-кодами. Давайте штрих-коды я много где показывала, у меня много где они играют в дизайнах. Давайте QR-код используем с вами сейчас. На самом деле QR-код, если вы сейчас поднесете телефон к QR-коду, у вас считает телефон, там я не помню, что там выскакивает, но выскакивает на страничку Эми. Они все, ну, относительно рабочие, конечно. Я не помню просто, куда там переводит телефон, но очень прикольно. Мы с девочками, с клиентками экспериментировали, прям сидели, игрались. Так, посерединке клеим, посерединке. Смотрите, шармиконы очень клейкие, и переклеить их можно только в том случае, если вы его еще не прижали. Если вы его уже прижали, придавили, переклеить его будет невозможно. И давайте возьмем что-нибудь интересное и немножко разбавим наш дизайн, чтобы он не был прям таким... Эми Шоп, вот мне подсказывает, emishop.ru выскакивает, вот. Спасибо, Машуль. На самом деле очень прикольно. Можно поиграться в процессе работы вот так с клиентами. Вообще, на самом деле, девочки, всю продукцию вы можете приобрести на emishop.ru. Кто не в курсе... Вот смотрите, я сейчас увидела, что неровно наклеила шармикон. Просто так вы его не переклеите, девочки. Не, вот не получится, даже не пробуйте. То есть мне пришлось клеить его заново, потому что просто так вы спокойно его никаким образом уже не оторвете. Через сколько времени стираются шармиконы? Шармиконы не стираются, девочки. Мы их наносим под топ. Смотрите, как на клиенте я работаю. Я вот сейчас шармиконы нанесла. Я беру топ Теклас, можно слайдер топ. И очень тонко прохожусь по самому шармикону. Видите, только по шармиконам. Запечатывая, конечно же, торец, если шармикон выходит на торец. Я просушиваю 30 секунд и сверху наношу уже любой топ. Шармиконы не стираются, они носятся от коррекции до коррекции. Они очень классные. Единственное, он может подстираться, если у вас он нанесен очень близко к торцу. Если торец немножечко подстирается, соответственно, шармикон тоже может подстереться. А так он носится шикарно от коррекции до коррекции. И перекрываем сверху уже любым топом, которым вы работаете. В данный момент я взяла матовый топ, снова вельвет. Я очень люблю матовый эффект. Вот прям этот топ мне с самого первого мазка мне зашел. Вот прям. Обожаю его, очень люблю. Всегда делаю себе матовые ногти и очень часто работаю на клиентах. Они под топом намертво стоят, согласна, полностью согласна. То есть, если вы правильно его нанесли и правильно его зафиксировали, то он у вас будет под топом стоять очень долго и никуда не денется. Смотрите, какой интересный получился дизайн. Как раз в тренде, то есть можно сделать все зеленые ноготочки и два вот что-то в этом духе, очень классно будет смотреться. Либо добавить еще какой-нибудь, разбавить ноготочек черным цветом, тоже классно будет смотреться. Так, давайте еще что-нибудь. Все, конечно же, я вам варианты потом покажу. Так, у нас эфир в 10:30 начался, поэтому мы с вами успеем что-нибудь еще сделать. Ну, давайте поработаем как раз с какими-нибудь яркими декорациями, которых вы все боитесь. Да, вот с чем-нибудь давайте вот таким поработаем. И, конечно, добавим что-то из нашей новой коллекции. Так, типсик приклеиваем. Давайте возьмем какой-нибудь яркий оттенок. Яркий оттеночек.
и поработаем с яркой декорацией. Опять сделаем экспресс-вариант быстро. Добавили какие-нибудь элементы дизайна. Мазки в данный момент. Быстренько сушим. И поработаем, давайте, вот с такой декорацией. Почему-то у многих вызывают такие декорации какие-то панические эмоции, но на самом деле с ними можно делать очень классные эффектные дизайны. Я сейчас примерно возьму участок под свой вариант. И с ним буду работать. Растворяем в этот момент, пока наносим слайдер топ. Слайдер топ в этом случае могу нанести на весь ноготок. Как раз у меня вот этот переход немножечко подвыровняется. Сушим 30 секунд, 15-30 секунд сушим слайдер топ. Для того, чтобы он мог вам дать возможность его немножечко подвигать. Вы видели, я не вырезала прям четко, идеально. Я делаю это все примерно. Примерно. И дальше я буду уже просто здесь размещать свой дизайн, я его могу подвигать, как мне будет нужно. Он хорошо растягивается, он хорошо двигается, и я уже здесь буду им работать и потом дорабатывать. Натягиваю, растягиваю, прижимаю тщательно. Вот такой яркий у меня получился вариант. Сушу в лампе, фиксирую его там и далее убираю излишки. Излишки убираю пилкой, либо кусачками, ножничками, либо нейл-препом. Я во многих эфирах показывала, как это делается. То есть просто убираем излишки и сверху проходим обязательно ультрабондом. Обязательно. Мы растворяем с вами сам слайдер. 30 секунд он сохнет у нас на воздухе. 30 секунд, 1 минутка. Ультрабонд? Нет, вы ультрабонд ничем не замените. На самом деле ультрабонд, у кого-то он супербонд, у кого-то бондекс, по-разному называется, но вы его никак не замените, потому что это такой материал, который невозможно заменить. Если вы работаете и моделируете, то в принципе он у вас должен быть так или иначе. Давайте возьмем с вами паутинку и доработаем наш дизайн паутиночкой. Фиксирую обратно всю слайдер топом. В принципе, здесь я могу пройти только по самому дизайну.
Нет, девочки, ну для таких целей, на самом деле, смотрите, ультрабонд я налила небольшое количество в отдельный бутылечек, но у меня стоял уже закончившийся бутылечек, я отдельно его налила и для таких целей чисто использую его отдельно. Его небольшое количество для очень надолго хватит, именно для дизайнов. Ультрабонд для работы, конечно же, у меня уже в другом бутыльке, то есть чтобы никакие уже не попадали частички дизайна. Все это у меня отдельно. Так, дальше давайте обезжирим слайдер топ для того, чтобы паутинка у нас легла хорошо и не плыла. И оформим сейчас паутинкой наш дизайн. Паутинку люблю, безмерно люблю. Паутинка в считанные секунды может создать очень интересный эффект и очень интересный дизайн. И смотрите, вот таким вот образом, просто хаотично, можно несколько раз, вытянули потоньше паутиночку, и несколько раз прям проходим и подчеркиваем наш дизайн. Смотрите, сразу законченный появляется вид. Сушим. То есть паутиночка, она чем хороша? Это спайдер гель. Кто не в курсе, это у нас спайдер гель. Паутинка чем хороша? Она заканчивает как раз таки любой вариант дизайна. Она завершает эффект, который вы хотели сделать. Так бы было бы не очень интересно, да? При помощи паутиночки смотрите, как интересно получается. Так, что еще? Давайте сюда сделаем что-нибудь интересненькое. Что-нибудь интересненькое. Вот возьмем из новых декораций, можем взять мужские шармиконы. И что-нибудь, смотрите, добавить сюда из них. Почему нет? Мы с вами проводили эфир по мужским шармиконам, и они очень классно смотрятся в наших обычных женских дизайнах. Шикарно смотрятся. Смотрите, как можно завершить наш дизайн. И дальше мы с вами все это перекрываем топом уже. Паутинка в работе, она очень классная, да, порой просто, вот знаете, не хватает чего-то, хочется, ну вот, вроде бы однотон клиенту, но хочется что-то, вот какую-то изюминку. Вы добавили паутинку, также посадили на нее там стразинку, и у вас уже совершенно другой получится эффект, совершенно другой дизайн. Девчонки, говорю все время, не бойтесь экспериментировать. Эксперименты это классно, это наше все. То есть взяли и что-нибудь попытались сделать. Смотрите, какой классный вариант получился, мега современный. То есть если у вас слайдер, это не значит, что вы должны сделать с этим слайдером что-то банальное, что-то такое прям старый бабушкин сундук. Нет, вы его можете дополнить как угодно. Смотрите, какие эффектные дизайны можно получать даже со слайдерами. Очень-очень, смотрите, вот такие варианты. Классно, прям классно смотрятся на белом фоне, не на белом. Давайте что-нибудь еще сделаем со слайдером. Вот, я вам как раз и даю варианты для развития вашей фантазии. То есть вы только сядьте и начните, и в этом же направлении у вас сразу пойдет работать наша мозговая функция, и у вас, вот поверьте, начнут рождаться какие-то свои дизайны, вы будете все придумывать что-то новое, 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 и в конце концов, ну вот, не останется это все просто так. Давайте теперь сделаем что-нибудь с этим вариантом. Ну, прям хочется мне зелененький оттеночек вот добавить. Смотрите, какой он классный, какой красивый. Все это не забываем, это наша коллекция, наш новый бокс, набор Hit Neon. Туда вошли только мега востребованные оттенки, прям мега востребованные.
ничего лишнего. Примерно набросала. И тоже что-нибудь можно, с чем-нибудь можно поиграться. Так, давайте что-нибудь возьмем или отсюда, или отсюда. Вот тоже, смотрите, какие классные варианты для дизайна. Давайте вот с этого наборчика возьмем что-то яркое, красивое. Опять-таки, здесь многих пугает, что вот эти яркие декорации. Сейчас будем с вами делать мега трендовый яркий дизайн. Такими декорациями. Смотрите, мне наоборот так заходят такие яркие, классные какие-то акценты. Ну, супер. У вас, как всегда, одна готова, рука другая. Нет, нет, девчонки, здесь на самом деле у меня немножечко другая была цель. Я не делала свою левую руку, потому что я планирую в ближайшее время делать, ставить на ней эксперименты. Мне нужно кое-что попилить. И я не захотела делать сейчас дизайн, потому что я знаю, что в ближайшее время я ее сниму и буду делать кое-что другое. Поэтому я сделала, откорректировала вот эту ручку, а эту оставила пока так. Ну, не хочется мне сейчас тратить время, чтобы через буквально там недельку снять это все. Нанесли слайдер топ. Нанесли слайдер топ. И крепим наш дизайн. Выбираем примерно серединочку. Если не попали, то можно чуть-чуть подвинуть. Он у нас хорошо двигается по влажному слайдер-топу, недосохшему. Так, центр. Центр. Смотрите, какой просто нереально яркий уже дизайн. Уже классно. Да, я всегда с разными. Кто меня давно знает, я всегда хожу с разными руками, потому что, во-первых, удобнее делать коррекцию на одной ручке, чем сразу на двух. То есть сделала эту ручку, через две недели эту, через две эту и так далее. И это не так напряжно. Во-первых, во-вторых, я на левой руке, конечно, очень много экспериментирую. Очень много. И у меня левая рука, она всегда... У меня даже могут все пальцы быть на ней разные. Ультрабонд. Ультрабонд нанесли. 30 секунд на воздухе. Закрываем слайдер топом. И сушим. Так, что там по времени у нас есть? Мы вот с вами предыдущий дизайн сделали, ну, чуть меньше, чем... Чуть больше, чем за 5 минут, и то при том, что мы с вами еще и разговариваем, девочки. Поэтому это на самом деле вот такие экспресс-варианты дизайна, которые можно делать, конечно, не на всех пальчиках, делать такой акцент, но при этом экономить время. Вы даже на остальных ноготочках можете сделать, у меня клиентам очень нравятся вот такие же вот ляпы, как я их называю, да, и в принципе очень эффектно получится. Сейчас мы с вами обезжириваем ноготочек и добавляем что-то интересное. На этом, конечно, у нас работа не заканчивается. Но как это? Это же скучно, если мы просто возьмем и все закончим. Давайте какой-нибудь возьмем отсюда еще цветок нашему дядьке повесим. Какой он у нас будет нарядный. Какой у нас нарядный будет дядька. И, конечно, возьмем что-нибудь из словечек. А ну-ка. Вот прям беру всегда, как я нахожу то, что мне нравится. Беру, прям прикладываю и смотрю, что мне заходит сюда. Вот в шармиконах очень классно то, что можно приложить и попробовать.
примерить. Какой нарядный у нас мужчина. Прошу прощения, это я вас толкнула. Не бойтесь экспериментировать, это на самом деле очень весело, очень весело. Закрываем все матовым топом. Главное, наделайте это заранее для клиентов. И даже с новых декораций старайтесь брать те шармиконы, те декорации, которые у вас остаются. Вы видите, что какие-то не идут. Ну вот, грубо говоря, там какие-то у вас пошли, вы их уже использовали, да, а какие-то у вас не пошли, остались. Старайтесь наделать декорации с теми, которые у вас остались. У вас клиенты их разгребут. Ну, поверьте мне на слово, потому что клиенты не смотрят на то, что модно. Они смотрят на конкретный дизайн. Они посмотрели на этот дизайн, да? Им понравилось, они взяли, сделали. Они не будут, мало кто будет выбирать, вот хочу это отсюда, отсюда эту наклеечку, отсюда эту наклеечку. В основном они видят дизайн. И они вам скажут, хочу вот такой дизайн. Они могут предложить что-то свое на другие ноготочки, как правило, но этот дизайн они сделают полноценно. Вот не идут какие-то у вас старые слова, возьмите сюда, приклейте старые слова. Не идут у вас те же штрих-коды. Воспользуйтесь штрих-кодами, и так у вас постоянно все будет уходить. Ну что, девочки, дальше уже, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Но я уверена, что мы с вами встретились не крайний раз, не последний раз. И мы с вами еще сможем сотворить кучу всего интересного. Я вам сейчас выкладываю сюда варианты, которые мы сделали в эфире, и варианты, которые я делала до эфира вам как образцы. Напоминаю, что это у нас Hit Neon, новый бокс, новая коробочка, новый наборчик, очень классный, очень актуальный, и подставочки в подарок в нем, девчонки. Так что не упустите возможность. И обязательно, у кого нет этих оттенков, либо заканчиваются, приобретайте, это очень выгодно. Я с вами прощаюсь ненадолго, не переживайте. Все товары, все наклейки, все вы можете приобрести на emishop.ru. Показываю еще вам набор в цельном виде. Вот такой классный, мега крутой летний набор. Так что дерзайте, отмечайте меня, когда будете творить что-то интересное. Мне очень интересно будет посмотреть на то, что вы делаете. Так что до встречи в следующих прямых эфирах. Всем пока!